Воспитанник Ярославского «Локомотива» Михаил Бирюков включен в сборную России. Она сыграет в «Арене 2000» два матча против сборной Словакии. Первый завтра. Поединки проводятся в зачет турнира «Европейский хоккейный вызов» или «Евро-челлендж». Это этап подготовки сборных к чемпионату мира, который в мае примут Финляндия и Швеция. Михаил Бирюков, выступавший в Ярославле за «Локомотив-2», в составе сборной России выиграл золото чемпионата мира в Канаде.